566. Прям да, да, вот это же одна меньше, десятая. Меньше одна десятая даже Давид проиграл. Ну что такое база в этой, когда два супергимнаста встречаются? Да, Александр Чичеров сейчас уже начал свою комбинацию. Вот это другой стиль. Вот кстати, тоже красота. Какая размашистость, лихость. Но это надо удержать. Именно он уже все свои одноножные, нельзя как-то. Нет, нет, это уже хорошая у него хорошая работа. Видно, что такой рослый гимнаст. И как да, раз-таки видно, вот таким на коне проще. Вот и все. И прилетели, казалось бы. Ну, здесь потерял просто баланс. И обратите внимание на его рост. Замечательно, очень красиво. Но как-то подумал, вертолет как бы только не улетел. Улетел. Трудно. Посмотрите, какой он большой. И те самые проходки. Ну и соскок. Да нет, умеет, конечно, безусловно, работать Чичеров в этом виде. Сложность комбинации не совсем высокая, в общем-то, да. И всего лишь шестой он был по итогам квалификации, но тем не менее финал отобрался. Город Казань представляет. Так бывает. Досада для него сейчас, конечно, он даже хлопнул досадно, так, потому что он очень. А трудность, извини, у них одинаковая была. 6,4, да, одинаковая трудность. Сейчас Никита Андронов. Давайте на коне. Андронова смотрим, да. Ты посмотри, какие финалисты. Город держи. Саранск представляет и падает, к сожалению, на выходе с ручки. И еще перед ним такое великолепие. Да, и в общем-то здесь, когда особенно на коне заключительно выступать очень непросто. Да. Обычно спортсмены уходят в разминочный зал, пока там разминаются, что ждать действительно долго приходится. Ну, продолжает сейчас так комбинацию уже без особых дерганий. Проход вперед-назад, хорошо. И соскок с поворотом на 360 тоже доделывает нормально, но первые, в общем-то, первая половина комбинации не очень удалась. Ну и к слову, он попал. Ну, это не хотелось бы. И потом здесь достаточно более квалифицированный. Да, да, финал. Условно. Такой предполагать трудно. Артур Даллоян. Тоже финалист на коне. К слову, не самый большой специалист в этом виде, но тем не менее работает красиво и хорошо на этом снаряде. Для многоборья, скажем так, идеально. Система стойкли, повороты на одной ручке, выход в стойку, и круги в Томаса шикарно просто показал, сложнейший элемент тоже под названием буснарий. А скорость-то какая? Проход боком в кругах Томаса. Ну молодец, Даллоян, вот держится шикарно как. Вот и характер. Как будто за один день. Так, соскок еще остался, ну, Артурчик! Отлично! Просто удивил, просто поразил Даллоян. Потрясающе. Как будто за один день настолько натренировал этого коня, что даже лучше Белявского, на мой взгляд, был. Да ладно, лучше не лучше, но потрясающе хорош. И мне кажется, 33 для команды на Олимпийских играх – это очень важный отличный подход. Результат. Да, 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 очень важный подход, очень важный гимнаст. Найден. Барнаул. Давай, Сережа. По-моему, Сергей его зовут, да? Я была в этой школе и видела, как они там любят гимнастику. Сколько же там мальчишек. Вот, давай, давай, Сережка. Ой, красота какая, давай, противопод. Сережа, давай, давай, Сережа. Кругах Томаса через всего тела ты коня молодец. Еще. Вот ты умница. Зал, конечно же, овациями здесь да. Отметил эти два элемента. Вот техника, конечно, просто превосходная. Найдена. Ой. Найдена, у Найдена. Найдено, ой, найдено. Держись, молодец. Мой хороший. Ну, финалисты ура! Сегодня, конечно, вот радуют нас. Вот это красота, наконец. Сегодня этот снаряд ваш, придурацкий, трудный, напряженный, он великолепен сегодня. Вы посмотрите, сколько раз мы с вами восхищаемся. Мы видим пятого гимнаста, но одно падение, простим его. Руслан Алич, Шейтуркаев. Тренер. Тренер Ельцова и Пимычев Геннадий Дмитриевич. Угу. Руслан Ильич ручки все свел, развел тоже. Начинает Ельцов сейчас стойку скрещения. Хорошо получается.
здесь здорово. Элемент сон ровно. Поворот на 360 такой на одной руке. Еще один поворот на 360 в ручке. Академично. Очень классно. Уверенно идет. Это сложная проходка с поворотами. Они всегда такие очень технические. Опасные. Держи. Ну, Ельцов 360. Как, а? Сделал. И хорошую оценку сделаю. Сейчас такую приличную получит. В общем-то, пешку... таких грубых ошибок не было абсолютно. Не было. Сложность комбинации неплохая. Угу. Все элементы на одной ручке и повороты, которые являются самыми такими нервозными. Да, в общем-то, сделал. Они выполнены без укорения. Следующему лидеру. В любом случае, это напряжение дополнительное. Никита Нагорный, Москва, Ростов-на-Дону. Еще не в стойку. С легкой остановкой вытащил. Здесь очень уверенно, хорошо прошел. Кстати говоря, здесь Никите может быть даже гораздо проще работать после вольных, потому что, опять же, конь такой снаряд, когда... Смотри, за счет большого количества адреналина начинают руки лишние движения. Я смотрю. Да, я вижу. Он не забыл, что когда-то заканчивать надо. Нет, все нормально. Боже мой. Ну шикарно. Со злости вот так да, вот да, выполнил да, да. По полной прямо программе. На какой-то такой. Ах, вот теперь я вам покажу. Назло всем, да. Молодец. За вольный отомстил, скажем так. Да нет, он вообще просто еще раз сказал, это же Нагорный подходит к снаряду. А Нагорный плохо. Посмотрите, какая сосредоточенность. И действительно, не знаю, ну, в облике какой-то мечтается некоторое такое упрямство с улыбкой, я вам сейчас покажу. Это просто он на пульсники одел, никакие не надо. Да, это просто такое поддержка для кисевых суставов. Это четвертый результат, но что как вот за исполнение. Кого так, он пропустил вперед? А, вот еще Полешов. Вы посмотрите, какой финал наконец. Давайте посмотрим сейчас просто работой Полешова. Я наслаждаюсь. Великолепно. Скрещение в стойку. Какие размахивания. Ноги разводят шпагат практически, что никто не делает так же, как он. Сейчас только держаться. Нужно ровно, спокойно. Элементы на одной ручке, поворот. Отлично, Буснари, выход в стойку, противоход. И это хорошо. Все в кругах Томаса. Сколько же трудится парень. Давай, как это он успевает под ногой? Я просто не понимаю. И соскок, Полешов, ну просто великолепен. Браво. Просто великолепен был Владислав. Вот это финал, товарищи. Я никогда не думал, что так можно столько эмоций испытать на коне махи. Клянусь. Борьба. Всему начало этих наших королев. Королей Давида. Белявский, Нагорный, Далаян, которые да, друг друга зарядили там, зарядили в принципе. Зарядили просто. Ельцов молодец Ельцов тоже. Начинал замечательно вообще. Город Екатеринбург. Скрещение в стойку хорошо вышел. Лидер по квалификации в этом виде. Чемпион Европы неоднократный. Здорово, как повороты, русские круги на одной ручке, сразу в ручки вошел. Дальше проход по коню в поворотах. Сложнейшие вот эти две проходки, конечно. Здесь поворот на 360 в обратную сторону, противоход. Спокойно здесь идти, вперед-назад проход. Сейчас обязательное тоже требование по коню, это пройти от начала до конца. Ура! Есть ощущение, что он выиграет, честно говоря, сейчас комбинация безукоризненно просто выполнена. Я не сомневаюсь. Давид, ты чудо! И показал сейчас высший класс пилотажа на вашем коварном снаряде. Конь махи и великолепие. Вот прям вот мне хотелось все время, пока ты комментировал, что он творил,
проходкой вперед, проходкой назад, все это вам надо. А он знал свое дело, чистенько. Очень уверенно, очень хорошая посадка на положение тела в работе. Смотрите, над конем. Не ломается. Чуть-чуть вот здесь ноги зацепил, зацепился, да, честно говоря. Сбавка будет, наверное, небольшая. Ладно, мы чуть-чуть разрешим. Но вы обратите внимание, какая форма, как он себя держит, контролирует. Потому что если чуть-чуть расслабишься где-либо, трудно сразу удержаться. Да, там баланс моментально теряется и начинается такой расшат.